Доброе утро! Сегодня мы будем готовить ананас в слоеном тесте. Для этого нам понадобится ананас, сахарная пудра, тесто полосками нарезано, и чтобы мы обматывали, и желтком мы, когда будем уже запекать, и перед запеканием смажем желтком. Обсушим ананас и обваливаем его в сахарной пудре. Теперь нам надо вот эти полосочки. Мы продеваем в колечко ананаса. Это самое такое неприятное, можно сказать. Одеваем. Сейчас аккуратно. Вот сюда. Все, вот такое колечко должно получиться с дырочкой. И следующее. Противень застелили пергаментной бумагой. Наши ананасы в слоеном тесте положили и смазываем яичным желтком. Все. Теперь отправляем на 180 градусов 20-25 минут. Прошло 20 минут, наша выпечка готова. Сейчас мы ее будем украшать. Мяту положим сюда в колечки и присыпем еще сахарной пудрой. Все. Наша выпечка готова. Приятного аппетита!